ребят, всем доброе утро. То я бежала так на автобус. Еще по телефону разговаривала. Автобус, слава богу, подождала минут 5 где-то. Доехала, все. Антон пошел там оплачивать штрафы. Говорит, один оплатил, а второй не оплатил, потому что, говорит, я когда распечатывала эту квитанцию, она приходит в виде конвертика, он как-то порвал штрих-код, по которому оплачивается, и они не приняли. Говорит, на сайте, значит, плати. Сейчас он поехал что-то с машиной опять делает. Почему я начала говорить про Антона, что... В общем, занимается он сейчас машиной. Я же хотела на ярмарку и, возможно, там каких-то фруктиков купить, там арбузик и все такое. Но я же это все в руках не потяну, тем более ярмарка от нас это находится очень далеко. Так что даже не знаю, что я там могу купить из фруктов. Арбуз можно было вообще целый купить. Черешни, наверное, уже вообще и нет, а если есть, то либо снова она дорогая, либо ужасная. Читала вчера вечером новости, написано... Ой, а где ж написано? По-моему, в Герцлии было. Да, Герцлия, что и снимали, там видео есть. Касатки плавали, замечены у пляжа из рода дельфиньих. И мне подруга Ира с Ашкелона тоже что-то говорила, что видели то ли кита, то ли чё в Ашкелоне на пляже, а мимо нее вообще типа скат проплывал. Что вообще происходит? Откуда они все понабрались возле пляжей? Весело. И уже пишут про медузы, что типа уже прям появились-появились. Думаю, в этот шаббат уже не получится на пляж поехать. Увы, ах. Что они потом где-то месяц нельзя зайти в воду, когда они появляются. Минимум месяц. Когда-то было 2 месяца. Представляете? 2 месяца. Я в шоке. Не попасть на море. Ой. Да и вообще, знаете, живя у моря, только 2 раза была на пляже в этом сезоне. Класс. Просто класс. В кавычках. Я знаю, что Маринка тоже вроде собиралась на ярмарку, но все никак. И еще мы с ней тогда, когда я была, она говорит, давай найдем в интернете адрес французской кондитерки. Там, говорит, классная кондитерка такая. И магазин, и как кафе. И мы нашли, посмотрели там ассортимент, цены. И я говорю, ну, слушай, это намного лучше, чем то, что ты покупаешь в этой кондитерской. Но мне не нравится там по такой цене. То есть там, если на 20 шекелей будет дороже, ну, так там я уверена, что очень вкусная кондитерка. Всякие пирожные, там, тортики. Вот. И она говорит, что ее угощали одним из тортиков когда-то. С этой кондитерки, называется ложик, а это шоколадный, такой классный, вкусный. Вот, так что если что, там. Просто далековато, опять-таки, на нас, аж на промзоне. Наверное, то, что ты покупала вот этот Львов, вообще не на мой вкус, вообще. То есть, что за такие деньги, я говорю. Если я его уже попробовала, да я бы его и по внешнему виду не купила бы. Нет, намного лучше, вкуснее, шикарнее вот этот тортик, которым меня мой клиент угощал. 3 шоколада мусс. Просто тает во рту и чисто шоколадный насыщенный вкус. Типа, ну... Так что как-то так. Сейчас, может, я ей напишу. Но вряд ли. Скажет, да, далеко, ты шо? Не-не-не. Сейчас пополню карте свой на автобус. Хотя бы на 50. В принципе, тоже хватать будет. Фу.
Ты же зашел весь мокрый, а здесь дубарь. Потом удивляюсь, что спина болит. Хотя, когда пополняешь, чем больше пополняешь, там больше сумму, там добавляют небольшой бонус. Типа, наверное, пополню 100. Пусть будут. Они все равно с того проездного никуда не деваются. На 100, наверное, все уже. Ну, несколько поездок бонус будет. Шалом. Они рацца рак мэа. Мэа. Да, все же на 100, думаю. Хотя раба, бай. Так, есть. А то у меня там что-то вообще 20 шекелей осталось. Можно и прозевать. Потом зайдешь в автобус, опа, а денежек ноль. А ревизору это объяснять бесполезно будет, что ты забыл. Выпишет штраф, это свидули. Так. А вообще, вы знаете, смотрю я чек, и почему-то я не вижу бонус. Потому что вот на 100 пополнила, типа 19.30 якобы было у меня. 119.30 на счету пишет. Странно. Но в среду, когда буду ехать, еще попробую на автомате. Там просто на секундочку высвечивается, знаете. И даже бывает, и не успеваешь увидеть. Неужели сейчас они бонусы начисляют? Я не знаю. Как-то я уже давно не пополняла. То есть были деньги на счету у меня. До этого я пополняла на 200, и, в принципе, давно я не пополнялась. Блин, неужели они это убрали? Типа, в смысле? Я нафига тогда на 100 пополнила? Что происходит? Типа... Знаете, на ярмарке я взяла только вот такую вот парфюмированную воду. Запах мне понравился, такой сладенький, нежненький. Какая-то новиночка у них. Вроде ничего. И больше ничего не купила. Арбузов не было, несмотря на то, что Антон все же приехал на парковку. Я могла бы целый арбуз загрузить. Но, увы, по вещам как-то ничего не было. Ни белья. В общем, вообще сегодня какой-то рынок был там не алло. Вот, так что взяла только вот эту вот парфюмированную воду. Пахнет вроде вкусненько. Понятно, что это не какая-то оригинальная, она не особо стойкая. Ну, на ежедневное использование за эти деньги очень даже. Название Magic Touch. Волшебное прикосновение. Ну, в принципе, название я только дома уже увидела. Но запах такой цветочный, очень такой нежненький, легкий, летний. Мне понравился. Так вот выглядит флакончик, прикольненько, такой тяжеленький. Но когда вот только что я открывала упаковку, запах просто я почувствовала моментально. В общем, аромат мне заходит. Кстати говоря, из этой же серии был мужской запах. Флакончик был голубого цвета. И если мне понравится женский, я думаю, мне понравится, тем более сейчас вот распечатав упаковку, я чувствую запах, и мне он нравится. Так что, если в следующий раз будет, возьму и мужскую версию. Так что, купила хотя бы еще новый ароматик, и уже довольна. Собственно, это вся покупка на сегодня. Вот розочки две я уже выбросила. Они, конечно же, завяли, эти еще вроде стоят. Но тоже, наверное, уже скоро будут вянуть. Вот эти вот темнеют. Вот это вот еще нормальное. В принципе, вот это вот вянет.
Вот это хорошая, прям такая бордовая, знаете, вот это уже такая. Я же говорю, сегодня утром две вообще выбросила, так быстро завяли как-то. Обычно эти розы долго стоят у них. Но я же говорю, я когда покупала, выбора совершенно не было. Надо, если хочешь купить на шаббат вот эти, да, букетики, то надо в четверг покупать. В четверг у них выбор получше и побольше. Так что, друзья, такая вот у меня обновочка сегодня. На этом я заканчиваю свое видео. Всем большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше на мой канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока!